Продолжаем выпуск. Масштабный ремонт идет в Ломоносовском дворце культуры. Что делается в канун нового творческого сезона, увидела Виктория Воронцова. Семимильными шагами идет ремонт в Ломоносовском дворце культуры. Равняются потолки, обшиваются стены, и уже к концу августа холл ДК преобразится и наполнится новыми пространствами, где каждому должно быть комфортно. Мы меняем зону гардероба, мы открываем отдельное помещение, оно же будет конференц-зал, там же игровые занятия будут проходить, хореографические занятия. Будет кафе, что очень важно для нашего населения, так как у нас проходят часто и спектакли, и просто родители приходят с детьми и ждут детей с занятий, чтобы они могли проводить комфортное время. Появится во Дворце культуры и коворкинг-зона, где все желающие смогут поработать в спокойной обстановке. Для удобства посетителей во всем здании будет доступен Wi-Fi. В ходе ремонта холл ДК станет просторнее и светлее за счет панорамных окон. Главным украшением будут живые растения. Подрядчик делает все, чтобы работы завершились к новому творческому сезону. У нас как таковых проблем особо нету. Сталкиваемся с какими-то моментами сметными, но я думаю, что это мы все порешаем вместе с заказчиком. Поэтому сроки должны успеть. Здание Ломоносовского дворца культуры построено еще в 1978 году, а последний ремонт прошел более 20 лет назад. Но масштабное обновление первого этажа впервые. Мечтают сотрудники ДК и о ремонте фасада здания. Ведь оно давно стало визитной карточкой не только округа, но и всего областного центра. Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, Регион 29.